Язвить будете в другом месте. Региональное управление Россельхознадзора уверяет, что Омску не грозит эпидемия сибирской язвы, хотя в регионе сотни скотомогильников, не отвечающих требованиям безопасности. С пирожками на выход чиновники вывозят нелегальные киоски. На чьей стороне амичи? Сходится или расходится анатомия пресс-конференции губернатора Виктора Назарова. «Омск здесь» проверил сказанное главой региона. Смотрите «Омск здесь» в субботу в 20 и в 23:30.